Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты ЖКХ». Мы ведем прямую трансляцию в YouTube, в Одноклассниках и в соцсети ВКонтакте. В студии Руслан Валиев, на прямой видеосвязи с нашей студией, главный идеолог, законодатель МОД в данном проекте, ЖКХ-омбудсмен Вадим Беляков. Вадим, приветствую тебя! Да, приветствую, Руслан! Здравствуйте, все наши слушатели! Подписчики и все остальные. Совершенно любители верно. Жилищно-коммунальных утех, как я люблю говорить. Да, любители, как говорится, по зову сердца или любители по нужде, как говорится, те, которые вроде и любить не хотели бы, но все-таки приходится это делать. Поскольку тема, как правило, животрепещущая, острая, действительно, вы присоединяйтесь не только в качестве зрителей, но и в качестве активных соучастников нашего процесса. Пишите комментарии в чате YouTube, задавайте вопросы, собственные ситуации описывайте, а мы будем брать их на вооружение, либо сходу отвечая на ваши вопросы, либо как-то формулируя под эти ваши вопросы темы будущих наших передач. Сегодня у нас сразу несколько вопросов подготовлено, заявлено, скажем так, в анонсе. Это и совещание в мэрии, и проверки ИТП по районам города, изменения в жилищном кодексе, а также любопытный эпизод, связанный с коллективным письмом жителей Демы по МУП УИСУ, тому самому одному из двух крупнейших ресурсников нашего города и республики. Ну, города в данном случае, да, все-таки. Значит, давай я сейчас буду дозваниваться до нашей гости, а ты пока представь ее и в двух словах поясни, о чем речь. Да, друзья, если помните, в прошлой передаче у нас был в эфире Максим Петров, это исполнительный директор МУП УИС, как раз разговаривали про его видение ситуации с доначислениями 2019 года. То есть там предыстория такая, что в 2019 году по информации МУП УИС было недовыставлено некий объем потребления в квитанциях, и долго не могли это все начислить, и откладывали по разным причинам. Ну, то есть, можете посмотреть, прошла передача на прошлой неделе, там достаточно подробно написано. Так вот, жители консультировались, они приходили в том числе в офис в Уфа-Сити-МИ, и в целом есть ситуация, когда там какие-то непонятные данные не складывались в квитанциях. Ну, вот они там общим скопом собрались, написали заявление. Я его там тоже видел, вот поэтому хотим просто в прямой эфир пообщаться с активистом, с председателем дома, по-моему, по Левитана 14/4, с Натальей, которая, ну, подробно расскажет свою точку зрения, да, то есть с чем они не согласны, что у них там не получается и так далее. Да, Наталья, здравствуйте, вы у нас на прямой связи, мы в эфире. Слышали ли вы, что Вадим сказал? Акустика, но, в общем, поняла, что вы предоставили мне слово. Да. По поводу вычислений по отоплению за ноябрь 2019 года. Совершенно верно. Да. Коллективное письмо ваше вот это возникло, по его существу надо как раз пояснить. Да, сейчас я попробую доходчиво. До начислений за ноябрь 2019 года. То есть то, что были в платежных документах у нас, якобы были неверно выставлены цифры, мы не заплатили за отопление, и сейчас через 2,5 года об этом вспомнилось, и вдруг решили с меня взять эту сумму. Поэтому нам это очень непонятно, потому что все взаимоотношения регулируются правилами 354, где четко и ясно сказано, что когда доначисление бывает, если прибор в неисправном состоянии, если пломбы повреждены, если было несанкционированное подключение к нашему прибору учета, чего у нас не было. Если были, это нам господин Петров объяснил, что были эти недочеты, были выявлены. Это было выявлено в декабре 2019 года. Но в наших платежных документах это вообще не было отражено. Угу. То есть подрастающие не показывали показания объема тепла.
не было этого отражено. Вообще никаких сведений не было о том, что мы неверно оплатили. Поэтому он нам объяснял это так, что ошибки были допущены, оплатить не могли, потому что тогда были большие оплаты за отопление, поэтому решили в декабре 2019 года данный оплат до начисления не выставлять. Но в этот же месяц у нас были возвраты за сентябрь месяц по оплате 1.12. И вот я по своим документам посмотрела, получается, что этот возврат у меня был больше, чем то до начисления, которое мне выставили. Получается, мы безболезненно могли бы расплатиться за это до начисления согласно закону, вернее, точнее, правилу 354. Дальше. Потом мы могли расплатиться первый квартал 2020 года. Опять это не было сделано, и мы не были об этом извещены. Почему? Потому что именно в первый квартал 2020 года были возвраты за летние месяцы по системе 1.12. И получается, что мы опять бы безболезненно рассчитали за это доначисление. Но опять этого не было сделано. И потом стали говорить про ковид, но ковид начался в конце марта 2020 года, поэтому никакого бока это не повлияло бы на оплату этого доначисления. Поэтому нам непонятно, почему мы даже не согласны с этим, потому что согласно правилам 354 исполнитель обязан произвести расчет размера платы за коммунальную услугу, если он нашел ошибку, и направить это потребителю в сроки, установленные для оплаты коммунальных услуг за расчетный период, в котором была проведена проверка. То есть, если они в декабре обнаружили, они должны были нам в декабре это и выставить. Mm-hmm. Поэтому, исходя из этого, вот мы, это председатели советов МКД, мы не согласны с этим зачислением. Мы считаем, что ошибка была или МУПРТАЦ, или МУПУИС. Поэтому они должны расплачиваться за эту ошибку, а не жители, на котором это хотят выставить в июне 2020 года. Поэтому мы написали вот такое вот обращение, в котором мы пытались, по крайней мере, обосновать то, что неправомерно хотят на нас начислить данные начисления. То, что я хотела сказать, я сказала, что... А, да, еще вот такое. И еще самое интересное, что когда в октябре начался этот период 1.8, выставили объем по дому, показания, и при этом всю оплату вызвала... Вот у меня, например, в доме жилые и нежилые помещения. Всю оплату начислили только на жилую часть. Нежилые в этом не участвовали. Так же, как и в ноябре месяце. Опять все, что они рассчитали, все это возложили опять на жильцов. И, кстати, показания очень непонятные. Это должно идти по нарастающей, а у нас такого нет. Поэтому начались нормальные показания, где-то с декабря еще можно было как-то разобраться, проверить данные или нет. Но непонятно все это очень, потому что там суть показаний не соответствует тому, что есть, и идут по нарастающей в полном объеме какие-то сноски для того, для другого, для третьего. Нам это очень непонятно. Как и непонятно, например, как господин Петров говорит о том, что все открыто, доступно, наглядно. Но когда я читаю, например, перерасчет за отопление по письму, что за письмо, о чем в нем говорится, непонятно. Идем в РКЦ, нам говорят, обращайтесь в МУПУИС. В МУПУИС приходим, нам говорят, мы только отдел, и обращайтесь в центральный. А центральный отдел находится на Донского 9, туда не каждый обратится. Угу. Так, понятно. Вадим? Ну да, Руслан, то есть еще раз итог подведем, да, что с одной стороны МУПУИС говорит, что были... Что там... Да, то есть, как мы это обсуждали в прошлый раз, да, то есть, несмотря на то, что УИС обосновывает и говорит, что у них некие суммы, некие расчеты есть,
которые они где-то там готовы даже на сайтах презентовать или еще что-то. Пока вот жители в своих квитанциях, в своих начислениях проверяли вот это там 19-й год, они все-таки видят непонятные вещи, которые не сходятся с суммами, да, то есть математика не бьется, это во-первых, а во-вторых, ну, жители абсолютно тоже там правильно говорят, что если выявили расхождение в показаниях прибора учета, то должны были сделать это в следующем месяце, да, то есть почему это делается все-таки через 2,5 года, ну, такие объяснения, с одной стороны, конечно, можно их надо понять там логически, да, но все-таки, если мы действуем в рамках законодательства, то, ну, должны действовать, как там написано. В общем, ситуация более-менее ясна, как говорится, держите в курсе, Наталья, будем всячески освещать эту историю и держать в курсе, соответственно, нашу аудиторию. Я с вами прощаюсь. Да, ну, тоже, то есть жители на связи, хорошо. Мы, значит, вот как по доначислению БашРТС, если кто помнит из слушателей нашей передачи, мы в конце июня ждем некий итог, когда Жилнадзор пришлет данные по проверкам, если они пришлют, да, потому что, ну, я сильно сомневаюсь, что это будет, конечно. Ждем решения суда в Самаре, которое будет, ну, также по УИСам мы тоже это будем отслеживать, но какие-то такие реперные точки, там какие-то интересные моменты, когда будет информация, мы ее будем уже подсвечивать. Да, договорились. Ну что ж, если на эту тему, в общем-то, мы все сказали, можем переходить к оставшимся нашим анонсированным трем темам. Да, Руслан, спасибо. Значит, в администрации раз в неделю проходят большие совещания, где собирают управляющие компании и обсуждают в целом там ситуацию по ЖКХ, ну, там какие-то вопросы выносятся с моей повестки. И вот два последних совещания были там довольно интересные. Ну, во-первых, на прошлой неделе один из вопросов, ну, или там планов, которые там первый зам мэра сказал, что будут они планировать составление некой дорожной карты по погашению задолженности управляющих компаний перед ресурсниками. Ну, мы так, наверное, понимаем, то есть я это сейчас, скажем, цитирую пресс-релиз, который был на сайте мэрии, но, наверное, можно считать то, что речь идет о основных вот этих уфимских городских управляющих компаниях, УЖХ районов, и их задолженности, ну вот, с введением там банкротных процедур, с введением там то, что 5 уже организаций не управляются, по сути, со стороны администрации, потому что там либо признаны банкротом, либо введено внешнее управление. Ну, наверное, речь об этом, потому что вот как раз тоже на пресс-конференции, где глава города давал, вот там 2 недели назад, да, то есть там тоже было сказано, что Сергей Кожевников, да, то есть вот он будет эту информацию доносить. Первые, скажем так, ну, зачатки, да, они вот уже пробиваются там в паблике, да, что вот некий план будет. Единственное, только пока, конечно, непонятно, как это будет выглядеть, но потому что, повторюсь, речь идет о задолженности там порядка, там, наверное, 5 миллиардов ресурсников, да, которая была заявлена. Как это будет гаситься, вот, ну, если это будет информация в наглядном доступном виде, а хотелось бы, да, чтобы она была все-таки доступна для жителей, потому что это пока все-таки большинство домов города обслуживаются этими управляющими компаниями, и как бы не случилось так, что мы, по сути, эти долги будем гасить вторично за счет денег за содержание, которое мы сейчас платим, чтобы они, часть не уходила на погашение вот этой задолженности. Поэтому направление там, ну, хорошее. Вот, будем ждать дальнейшие итоги, возможно, ну, не знаю, там, хочется пообщаться с администрацией именно, кто будет заниматься этим направлением, чтобы, ну, почаще, да, эту информацию презентовали, ну, в той степени, когда это возможно. Потому что, ну, я понимаю, да, что объем работы большой, и там сразу там структурировать задолженность и распланировать ее там, не знаю, там, на 30 лет вперед, как ее гасить, ну, наверное, сложно. Вот, но вот какая-то информация все-таки должна быть. Потом одна из тем прошлой недели также была работа, скажем так, с провайдерами. Это подрядчики либо по интернету, либо домофонные организации, которые, ну, размещают свое оборудование в подъездах, в общем, имуществе так называемом, да, и довольно часто внешний вид, да, вот этого благоустройства в подъездах, он там не выдержит никакой критики. Периодически это вопросы поднимаются на совещании там,
правительстве, глава республики об этом говорит, ну, когда это касается программы ремонта подъездов, ну, потому что там вот эти все кабель-каналы, да, там линии связи, это все должны быть какие-то в короба уложены. Но если мы про подъезды говорим, это вот такая текущая разовая, да, работа, ну, то есть разовая в том плане, что некий объем домов планируется, да, и вот и в течение лета его, например, ремонтируют. Но мы понимаем, что интернет и домофоны, ну, то есть они практически в каждом доме имеются, и привести бы в порядок все. Ну, потому что действительно, там, где не было ремонта подъездов, но эти, прошу прощения, сопли, да, и вот эти провода, они там бывают так висят, что там запутаться в этой паутине можно. Вот, тоже направление такое хорошее, откровенно там пытался там немножко тоже его там выстроить, когда там в бытность, да, там работы. Но вот если будет продолжена эта идея, то есть это довольно хорошо. Единственное, что я помню, что провайдеры не всегда были готовы идти навстречу, потому что это дополнительные расходы. Ну, то есть те же самые кабель-каналы прокладывать, у них там что-то меняется, новые заходят, там люди сами куда-то подключаются, да, то есть следить за этим достаточно сложно. Но вот наводить порядок в подъездах, чтобы это было красиво и эстетично, это, безусловно, нужно. Ну, тут нельзя не согласиться, полностью поддерживаю. Сейчас, правда, у меня подъезд вот в порядке, но бывали случаи всякие. Да, Руслан, и вот буквально вчера вечером уже, когда к передаче готовился, тоже на сайте мэрии появилась новость про вчерашнее совещание. Угу. Вот, там было вообще очень интересно. Я, на самом деле, хочу туда прийти как-нибудь тоже посидеть, посмотреть, послушать, может, поучаствовать. Значит, речь о чем? С сентября... У нас вот один из вопросов следующий, это как раз, ну давайте сейчас попробуем тоже немножко пересечься. С сентября 2022 года начнут действовать два больших изменения законодательства. Значит, первое, это, скажем так, ужесточился вопрос, касаемый проведения собрания собственников при смене управляющей компании. Значит, что это значит? Сейчас для того, чтобы поменять там управляющую компанию, форму управления, одну на другую, скажем, управляющую компанию, жителям достаточно собрать кворум, это там 50% и больше. Ну, давайте поквартирно, да, считать, потому что я сразу там, скажем, прошу прощения за некие там отступления от законодательства, да, потому что те домкомы, которые там разбираются, они знают, о чем речь, а вот простые слушатели могут запутаться. Конечно. Условно, в доме 100 квартир. Для того, чтобы было собрание прошло, скажем, легитимно, да, имелся кворум, достаточно 50 квартир, чтобы поучаствовал. Ну, 50 и плюс одна, да, скажем так. И из этих 51 квартиры, для того, чтобы сменить управляющую компанию, достаточно было, чтобы за смену проголосовало 25 квартир. Mm-hmm. Ну, то есть еще из этого объема кворума еще большинство проголосовало. Вот, то есть, по сути, сейчас сменить управляющую компанию можно четвертью собственников дома. Вот. С 1 сентября уже этот закон Путин подписал вот 11 числа, буквально перед праздниками. Изменения будут касаться того, что сменить теперь управляющую компанию нужно решение за 50 плюс 1% плюс 1 голос собственников ну, этого дома. Всех. Да, то есть так. Уже не только кворум, да, то есть кворум, понятно, что, скорее всего, должен быть больше, он пока остался, по-моему, на том же уровне, а вот решение «за» должны принять, возвращаясь к примеру, 50 квартир, 51 квартира. То есть это, ну, трудозатраты увеличиваются здесь как минимум в два раза, и в больших домах, и во всяких так этих мероприятиях, то есть, ну, усложняется, скажем, процесс договоренности старой или новой управляющей компании, или жителей между собой, потому что большая часть жителей все-таки так или иначе пассивна, и часто, скажем, поменять или что-то сделать по дому, но есть так называемые там некие там группировки активистов, да, то есть есть жители, которые там условно председатель совет дома, вот они сейчас что-то делают, у них, например, сейчас какая-то управляющая компания, да, они там какие-то там работы по дому делают, как-то обустраиваются, а есть люди, которые там, ну, против, да, скажем так, этого или с чем-то не согласны. И вот это вот все, соответственно, для них усложняется, то есть некий там опять раздрай между жителями. Ну, то есть я не готов сейчас, мы, по-моему, на прошлой передаче тоже это обсуждали,
Но тогда мы не знали, когда вступят эти изменения в силу. Вот. Почему законодатель это сделал? Разные есть плюсы и минусы, да, то есть посмотрим на практике, как это будет выглядеть. Но факт остается фактом. С сентября это уже будет намного сложнее. И жители, если хотят что-то решить со своей управляющей компанией вот в моменте сейчас, ну, им, конечно, лучше поторопиться, потому что лето – это все-таки в том числе и сезон отпусков, сезон, когда большое количество людей уезжают на дачи, да, то есть у нас все-таки активная часть в домах – это пенсионеры, которые как раз-таки вот проводят лето на приусадебных участках, то есть вот, ну, жителям, если хочется, да, им нужно желательно поторопиться. И второе изменение. Значит, второе изменение с сентября связано с тем, что плата за так называемую ОДН, она будет начисляться уже совершенно по-другому. Значит, ну тоже сейчас очень глубоко вдаваться в подробности не буду. Мы вообще планируем там какой-то отдельный, наверное, эфир или семинар сделать по этому поводу, потому что там глобальные, сильно серьезные изменения. Но, возвращаясь вот к вчерашней оперативке, там это в том числе обсуждали. Значит, и, ну, опять, пока непонятно, какие действия со стороны муниципалитета будут направлены на то, чтобы жители менее сильно пострадали, да, от этих изменений, потому что сейчас все, что будет с сентября, это вот прям очень большим обухом будет бить по голове жителей. Mm-hmm. Значит, как сейчас это происходит? Сейчас, ну, в 90, наверное, 8% домов города Уфы жители за этот ОДН платят по нормативу. Норматив, он, ну, не сильно большой. Ну, скажем, кто-то пытается там делать расчеты, кто-то хочет платить меньше, но глобально, скажем так, я говорю как про потребителей, про жителей, пока это вроде всех все устраивает. Значит, но это не устраивает управляющие компании, которые, по сути, ну, там действительно они загоняются в долги за счет того, что сложно сделать этот учет, сложно всех проконтролировать, а ресурсники, так или иначе, весь входящий объем ресурса, который заходит в дом, ну, возьмем там 100 кубов холодной воды. Да, то есть зашло, вот они эти 100 кубов заберут в любом случае. То ли они заберут это с жителей, то ли заберут эту разницу, которую не оплатили, не передали жители с управляющей компанией. Значит, с сентября это меняется таким образом, что, по сути, сейчас управляющая компания за это будет платить только в моменте, а потом она раз в год будет делать корректировку для жителей. И, ну, то есть участники рынка в целом, да, то есть специалисты, которые есть в ЖКХ, то есть они говорят, ну, скажем, выводы, как, три таких момента, да, от этих изменений. Это в целом непонятность коммерческого учета любых ресурсов, то есть теперь он вообще, учет ресурса никому не интересен. То есть ресурсник, как я чуть раньше сказал, будет получать весь объем в любом случае. Mm-hmm. То есть вот в дом зашло 100 кубов воды по общедомовому счетчику, он их заберет или с жителей, или с управляющей компанией. То есть это было и раньше, но это и сейчас, оно, скажем так, упростилось для ресурсоснабжающей организации. А управляющие компании, в свою очередь, теперь уже демотивированы тем, что этот учет надо вести. Им не важно, сколько потребили жители, правильно ли передали показания, там, украли ли, не своровали, или там кто-то подключился, условно, киоск подключился к электричеству к дому. Потому что не важно, сколько жителей передали, мы возьмем опять простые примеры, вот эти с цифрами, там, из 100 кубов, 80 кубов каким-то образом сложилось из показаний счетчиков внутри дома. Еще 5 кубов они, например, начислят сейчас по нормативу. 15 кубов управляющая компания сейчас заплатит ресурснику в моменте. Но потом, в конце года, она эти 15 кубов выставит жителям. Mm-hmm. И таким образом, ну, наверное, скажем так, эффективные управляющие компании для того, чтобы снижать текущую свою задолженность перед ресурсниками, они каким-то образом будут это пытаться нивелировать, да, но вот по сути, по своей, да, то есть, ну, это такая, скажем, небольшое кредитование, потому что все равно через год они эту сумму с жителей заберут. Путем вот этой корректировки, путем вот этих выставления этих 15 литров, 15 кубов, ну, я это только за месяц говорю, да, это мы на 12 потом умножим, и все равно эту сумму жители заплатят. Вопрос в том, что вчера как раз на совещании в мэрии это обсуждалось, и было сказано, что
эти изменения, они позитивно скажутся на жителях. То есть жители теперь повысится прозрачность, и жители теперь, так, сейчас скажу, как это было. Для добросовестного собственного жилья это возможность получить полную прозрачность и порядок в платежах и качественные услуги по содержанию МКД. Но по содержанию МКД окей, да, то, что управляшка, по сути, теперь долги загоняться не будет. Но вот прозрачность, я сегодня на сайте UFACityMe написал статью, желающие там могут зайти посмотреть. Ну вот, для примера, чтобы проверить только один ресурс, а мы говорим о четырех видах ресурса, это холодная вода, горячая вода, электричество и канализация, да, так называемое водоотведение. Жителю простой, ну, председателю дома, простой хрущевки, где 80 квартир, ему нужно за год, скажем так, в экселевской таблице вбить около 2000 как сказать, ячеек в Excel, да, там, или данных. То есть это по каждой из 80 квартир помесячно показания. Потом проверять, кто по нормативу платил, кто нет. Кто не передавал показания, ему начислял ресурсник среднемесячное, а потом что-то скорректировал. Вычитать из этого там норматив, который начисляли. Все из этого объема потом вычислять общедомовые, которые были по счетчику. Ну, то есть вот у нас просто были корректировки, скажем, вот 3 и ранее лет назад по отоплению, угу. Про которые мы уже забыли, потому что они все-таки закончились в связи с изменением структуры начислений по отоплению, когда мы сейчас платим только зимой. Но вот жители, которые занимались корректировками по отоплению, они помнят, какой был, скажем, адский ад вот в этих таблицах. Хотя по отоплению, по сути, там ну, сильно меньше было данных для проверки. А сейчас, повторюсь, это 2000, ну, просто цифр, которые надо откуда-то, во-первых, взять, понять, что они верные, попытаться их куда-то там внести в Excel, не ошибиться, да, еще пытаясь внести эти там 2000 цифр, и потом туда влить формулу, да, и как-то все это посчитать и проверить, правильно или нет. Тут у меня возникает вопрос, а как вот это должно выглядеть, скажем так, в идеальной модели? Существует ли она хотя бы в теории? Ну, идеальная модель, насколько я понимаю, это некое программное обеспечение, которое будет считать это автоматически. Ага, ну да. Ну, то есть, но так как сейчас, по сути, это только нужно жителям, я пока не понимаю, как это, кто и когда это программное обеспечение будет делать. Ну, наверное, когда-то оно получится, но все равно туда эти данные кто-то должен внести. Да, то есть ресурсникам, но им пока мотивации делать эту программу, ну, я не сильно понимаю, потому что ну, им сейчас, им раньше не сильно было важно, да, то они старались получить там или по судам, или вот эти задолженности, да, там, про которые мы говорим, управляющие компании там в долгах, да, вот эти банкротятся сейчас, они там, ну, на львиную долю, они состоят как раз вот из этого там отрицательного ДН, да, там сверхнормативного, вернее. Сейчас точно не нужно, да, потому что, ну, заплатят жители, заплатит управляющая компания. А управляшка, ну, повторюсь, ну, да, они в моменте там будут в небольшом минусе, но потом они этот минус через год жители заберут. А вот жителям как проверять? Ну, вот, то есть я понимаю методологию, да, и вот примерно сейчас мы ее с тобой обсудили, но вот на практике боюсь, что это просто никто не будет делать. Тут наша зрительница Альфия Атнагулова пару соображений пишет в чате YouTube. Вот в частности, начну со второго. Если собственники квартир будут платить по отдельным квитанциям ресурсникам, то не будет бешеных долгов ни у собственников, ни у управляющих компаний. Как вам эта мысль? Ну, могу сказать, что мы уже как минимум года три платим по отдельным квитанциям ресурсно-управляющим компаниям. И мы же сейчас говорим не про факт оплаты. То есть факт оплаты, он вторичен по отношению к тому, кто как передает показания. То есть можно не передать показания, но, например, заплатить. А можно передать показания, но не заплатить. Для ресурсника важен учет. А учет складывается в момент передачи показаний. То есть он понимает, что 25 числа он снимает там, с прибора учета, например, 100 кубов этой воды. И 25 числа 100 квартир в доме тоже передали показания. Если все в моменте передадут показания, жители, и правильно передадут, да, самое главное,
тогда, конечно, проблем не будет. И этот ОДН, да, будет условно стремиться к нулю. Потому что есть, скажем, электронные системы, вот в этом, в этих изменениях тоже написано, да, что если дом подключен к автоматизированной снятию показаний, все квартиры одновременно, ну, то есть все помещения и общедомовой прибор в моменте снимается, то там, ну, вот этих, то, что мы сейчас обсуждали, не нужно. Но, во-первых, эта система дорого стоит, не все готовы это ставить. Во-вторых, я видел примеры, когда это было установлено действительно в домах, и там этого ОДН нет. Ну, потому что это вот, ну, мифическая такая цифра, да, которая, или понятие, да, которое там придумано было, чтобы как раз вот этот коммерческий учет каким-то образом там легализовать. Ну, а в-третьих, повторюсь, не бывает такого сейчас, что все одновременно просто передают показания, передают их правильно, счетчики у всех работают, не сломанные, у кого-то счетчиков в принципе нет, да, по той же воде и так далее. То есть, но Альфията говорит правильно, но на практике это не реализуется пока, вот в моменте сейчас. Еще одно соображение от Альфии. Из всего моего стажа в найме, а это 25 лет главбухства, из них 8 лет в объединении Сургутжилкомхоз. Мне очень интересно, как в коммуналке можно быть банкротом, в принципе. То есть такой концептуальный вопрос. Кстати, вот я тоже, как обыватель, удивляюсь этому. Это же всегда поток живых денег. И в то же время эти самые коммунальщики вечно банкроты. Это коррупция или все-таки не только? Я за скобками оставлю свои размышления, потому что меня смогут, наверное, там куда-нибудь привлечь там, за не совсем хорошие высказывания. Mm-hmm. Вот. Но я согласен, да. Очень, кстати, радостно, что Сургут у нас смотрят. Или, не знаю, там... Или Альфия работала в Сургуте, а сейчас в Башкирии. Может быть, живет. Да. Mm-hmm. Абсолютно правильно, да, то есть если вести этот бизнес, он не маржинальный 100%, да, то есть он там нету глобальных заработков, но если вести корректно, да, то, ну, очень трудно быть в минусах, да, и все остальное. Ну да, короче говоря, остается вопрос открытым, но понятно. Ну вот смысл в том, да, что... опять, вчерашнее вот это обсуждение вот этих изменений... Все-таки хочется, чтобы орган власти, ну, в лице администрации, да, то есть они, во-первых, сказали же нам, жителям, да, то есть с чем нам предстоит встречаться с сентября, да, то есть как нам обезопасить себя, ну, помимо там тех высказываний, да, про которые сейчас говорил. Может быть, программы для включения не придумают, да, то есть, ну, было бы неплохо. Вот, и все-таки второй момент более важный, да, то есть мотивировать те управляющие компании, которые все-таки есть еще в городе, ну, помимо своих муниципальных и остальные частные, да, у которых у нас, в принципе, там 200 управляющих компаний, чтобы они каким-то образом этот учет наладили, и чтобы они в понятной и доступной форме до жителей вот эти начисления доносили. Ну, потому что, еще раз, вот на простом примере, да, там с обычным простым домом 80 квартир, это вот, ну, 2000 ячеек забивать в Excel, умножим это на 4 вида ресурсов, а мы еще, это я говорю, а дома есть там 200 квартир, 400 квартир, 800 квартир. Ну, людям, как проверять-то это? То есть это, ну, пока за гранью моего понимания. Я, конечно, могу ошибаться, может быть, расскажут, как это сделать проще, но весь мой опыт показывает, что пока проще-то не происходит. Вот Альфия поясняет, я уже 13 лет назад вернулась в Уфу и добавляет, что у меня было 12 бухгалтеров в объединении на весь жилфонд Сургута. Исправились. А Сургут это условно, да, это как, что там, 1250-300, наверное, население. 12 человек всего, да? Нет, это... я говорю, справляться-то можно, да, угу. И расчеты-то они будут. Вопрос, в чью пользу эти расчеты будут. А, ну пока, да. Да, вот, пока вот эти изменения говорят о том, что жители в конце будут в минусе. И в большом минусе, потому что, ну, откровенно, да, без нормального учета, без нормальных проверок на утечки, да, ну, то есть вот опять сейчас эти утечки, да, по сути, ну, жителям до лампочки, потому что они не платят выше норматива, да. Сейчас эти утечки будут, промывки те же самые, да, которые делают той же самой водой. Это все будет ложиться опять в карман жителей. А проверить это очень сложно. Можно, но вот трудозатратно, и боюсь, что, ну, там копий придется поломать очень много. Поняли.
Поняли. Вот, поняли. поэтому постараюсь вот на следующей оперативке мэрии там посидеть, хотя бы, я говорю, послушать, посмотреть, ну и, в принципе, пообщаться, потому что, ну, хочется, чтобы уже пока не так много информации со стороны муниципалитета опять в паблик выходит по сфере ЖКХ, вот надо как-то немножко коллегам подсказать, все-таки, чтобы мы владели информацией, что они планируют в этом направлении делать. Ладно, двигаемся дальше, да? Двигаемся, да, конечно, конечно. Да, значит, про ИТП. Начались проверки вот на прошлой неделе по советским районам. Мы тоже в одной из передач говорили, что только пока в советском районе активные жители сформировали некую группу и проводят проверки по домам. Значит, тоже это была новость на сайте администрации, ну, такая, да, что вот мы пришли, посмотрели там какие-то дома, значит, будем проводить работу в дальнейшем, там все по плану. В то же время сами домкомы, которые были во время этой проверки, потом тоже на нас выходили, и говорят, да, что есть те вопросы, которые, в принципе, изначально, ну, по этим ИТП, они там, ну, давным-давно там на повестке, да, и пока ответов нету. То есть это вот такие вопросы, что условно оборудование в домах, ну, достаточно старое, да, то есть устанавливалось там 8-10 лет назад, куда там девались деньги за обслуживание этого оборудования, амортизация этого оборудования там и так далее. Потом задают вопрос, у нас есть около, по-моему, 130 домов по городу, где вот этот ИТП обслуживает два дома. То есть находится в подвале одного дома, а работает на два. И до сих пор решение, как должно работать это оборудование, кто за него должен платить, тратить ресурс там, за обслуживание этого того же ИТП, то есть его решения нет. Сейчас не буду останавливаться, на самом деле решение было, ну, оно предлагалось, вот, но вот я пока реализации этого решения не вижу, поэтому жители абсолютно правильно задают эти вопросы и пока на них ответ не получают даже в рамках этих проверок. Значит, потом было случай, что в одном из домов, где проверка проводилась по советскому району, там этот узел, он находится в помещении муниципальном, ну, которое там УЗИ распоряжается. Значит, и оно планируется в продаже помещения. Вот. И, соответственно, спрашивают, а что же делать с нашим оборудованием, которое, по сути, находится в чужом доступе, и сейчас, условно, подвал будет продан, да, там, ну, я не помню, там, подвал или нет, но некое помещение, не принадлежащее, не входящее в состав общедомового имущества. И что дальше будет с этим ИТП? Ну и четвертый вопрос, который тоже вот задавался жителями же на встрече в общественной палате с БашРТСом, и сейчас они тоже его там активно все-таки задают. Как быть с тарифами на отопление по вот этим разным домам? То есть по домам с ИТП и по домам без ИТП. Так. Потому что, по сути, получая услугу отопления, ну или там теплоноситель, в домах, где стоят эти дополнительные оборудования в виде тепловых пунктов, жители, во-первых, платят за обслуживание этих тепловых пунктов, а там суммы не маленькие, там доходят до 12-15 тысяч в месяц. То есть, а тариф одинаковый, да, то есть получая вроде один и тот же теплоноситель, жители домов с ИТП, а у нас их таких по городу, ну, то около 1000, да, то есть это пускай там примерно 20% жителей города, дополнительно еще к этому тарифу платят за то, чтобы вот этот теплоноситель каким-то образом корректно по дому расходовался, да, там, или обслуживался. Вот, ну, то есть, повторюсь, там суммы, если доходят там до 250 тысяч в год с дома, ну, наверное, все-таки жители правильно задают вопрос. Да, секунду. Так, Вадим, жители правильно задают вопрос, и дальше? Все, на... Жители правильно задают вопрос, ну и вот повторюсь, то есть пока, по сути, эти проверки ограничиваются только тем, что фактически смотрят, ну, состояние этого ИТП, да, там все ли на месте стоит, все ли там счетчики прибора работают, но вот на дальнейшую работоспособность, на дальнейшие важные вопросы, которые нужны для понимания и, скажем, работы с этим оборудованием, то есть пока они находятся без ответа, ну и, собственно, все-таки тоже жители хотят на них получать ответы.
получать разъяснение, как минимум. Так, согласен. Вот. Угу. Ну и вот про изменения, то, что у нас был еще отдельный вопрос, но мы его, в принципе, наверное, уже его там объединил, когда говорил про вот этот и про ОДН, и про то, что управляющую компанию теперь сменить будет с сентября сложнее. Ага. Ну вот, в принципе, все вопросы, то, что хотели обсудить. Вот Альфия, которая писала, если можно как-то контактик получить, хочется пообщаться с грамотными людьми, всегда есть чем поделиться, и не только опытом, но и знаниями. Ну вот Альфия, кстати, продолжает делиться опытом и знаниями. Она пишет, учет сейчас проще простого. 1С бухгалтерия решает по поводу количества. Еще раз, я говорю, Альфия-то правильно говорит, да. Вопрос в том, что у жителей-то доступа к этому нету, да, и у жителей всегда, ну там, зная... имея, вернее, недоверие, да, там, структурам ЖКХ, неважно, это управляющая компания, ресурсники, да, они хотят, во-первых, получить эти данные, да, во-вторых, проверить за весь год корректность, как им это все посчитают. Ну, если, условно, управляющая компания, ресурсник даст домкому доступ в 1С по его дому, где он сможет это проверять, это будет замечательно. Но вот что-то мне подсказывает, что вряд ли этого будет. Mm-hmm. Ну, продолжение слов Вадима, я вот обращаюсь к Альфие, да, вы, я не знаю, можете написать нам где-то в соцсетях, в личку, наверное, лучше, да, либо на страницу «Аспекты», опять же, в сообщении сообществу, да, чтобы публично, если вы, например, не хотите, чтобы ваши контакты отображались. Вот, и мы, соответственно, точнее, Вадим, собственно, с вами свяжется, и вам, наверное, действительно есть что обсудить. Вот. Это же, кстати, касается, в принципе, всех, у кого есть проблемы и вопросы, связанные со сферой ЖКХ. Несмотря на то, что наступило лето и тепло, и, казалось бы, ничего в ЖКХ не происходит, в любом случае, зима не за горами. У нас всегда так в России, да? Она либо идет, либо она не за горами. Поэтому надо эти проблемы решать круглогодично. Я, кстати, да, там тоже еще момент один. Вчера же совещание было в правительстве... Оперативка. Там, ага. Да, и Алан Марзаев, там как раз был доклад по подготовке к отопительному сезону и, по-моему, там про эвакуацию там машин. Я его просто вчера тоже уже ночью смотрел, на самом деле, некогда было днем. Вот, там тоже есть интересные моменты. Если руки дойдут, постараемся следующую передачу обсудить, пока просто не успел подготовиться. Угу. Так, ну что ж, да, есть о чем поговорить. Кстати, Алана Викторовича надо бы уже попробовать пригласить и на эфир. Может быть, в наш или отдельно. В любом случае, пора. Давно его не было у нас в издании, так скажем. Что ж, темы на сегодня мы исчерпали, да, и будем потихонечку тогда закругляться. Еще раз призываем быть активными, вопросы и проблемы озвучивать для того, чтобы мы их разбирали и призывали к ответу соответствующие структуры. Мы будем продолжать эту практику, вот как в прошлый раз, например, у нас был исполняющий, как там, директор. Исполнительный директор МУПУИСа. А с вами были Вадим Беляков, Руслан Валиев. Это проект «Аспекты ЖКХ» на каналах «Аспектов Башкортостан» в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках. Ссылки на этот эфир вы найдете в нашем Telegram-канале, а также программа будет выложена на сайте aspektmedia.ru. Услышимся, увидимся в эфирах. А пока что прощаемся. До свидания. Всем хорошего.